Депутаты парламента Греции посетили мемориальный комплекс Тизернакаберт. Армения еще раз подтверждает свою готовность начать консультации вокруг мирного договора и ждет ответа Азербайджана, заявил Арарат Мирзоян. У нас есть люди, которые ежедневно находятся под угрозой пыток в азербайджанских тюрьмах, и никто на это не реагирует. Владимир Вартанян на очередной сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. В ходе встречи с Дуней Миятович председатель Конституционного суда подчеркнул актуальность вопроса немедленного возвращения армянских военнопленных. США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на 450 миллионов долларов. Лидеры Евросоюза одобрили предоставление статуса кандидата Украине и Молдавии. Венгрия призвала прекратить вводить санкции против России. Украинские войска получили приказ покинуть Северодонецк. Евросоюз готов дать Грузии статус кандидата после выполнения Тбилиси ряда условий, заявил Шарль Мишель.